Вот это все я не должна была покупать. Но я зашла, вспомнила, мама просила огурцы. Смотрите, сколько я накупила, кроме огурцов. В общем, она меня какой-то вот этот вот белый дракон какой-то вот такой просила. Я купила. Потом говорит, а морковки еще. Потом я такая думаю, редиску нужно мужку. Муж у меня любит редиску. Так это тоже. Потом она говорит, ну и кустовые возьми. Взяла. Потом я говорю, мужу нужно редьку. Взяла. Потом она говорит, ой, а свеклу мне тоже вот такую вот купи, которая цилиндр купила. Потом думаю, а себе чего? Салат. Потом думаю, мужу еще базилик нужно посеять. Потом смотрю, все хочу понять, насколько это вкусный вот этот амарант. Все его, про него много рассказывают. Там, она говорит, петунью мне не забудь купить. Петунью. Вот столько вот. Вот. И с ребенком была, он, значит, вцепился вот в эту фигню. Варить яйца. Пасха скоро, говорит, мама, нам нужны вот эти формы. Вот это вообще, вот это я сходила, называется, в магазин за хлебушком. Так, что у нас тут? Кабачки, баклажаны и цветная капуста, морковка и лук. Сначала лук, морковку пережарила, потом все овощи добавила. Цветную капусту я предварительно ошпарила кипяточком, заливочку. Ой, ну, будет великолепно. Заливочкой залила. Перецепляй пальчик. Вот у нас по размеру просто резиночка. Пальчики маленькие, мы ее вот так придумали. Можно резинку для волос использовать. Все, поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Убери вторую руку, не мешай. Не помогай вторую. Пять, шесть, 7, 8, 9, 10. Этот мы левую ручку потренировали. Получаем сложный химический элемент винегрет, соединив вот эти вот ингредиенты. А это главные катализаторы. Без них химическая реакция будет безуспешной. Начинаю тестировать всякие разные горошки. Вот этот горошек мне не понравился. Очень толстые стеночки. То есть он, вероятнее всего, что... Вот написано, из мозговых сортов горошечек. Но он очень жесткие корочки. И смотрите, дата изготовления, которая как будто бы не пропечатана. А это имеет значение в горошке, потому что если он сделан в июне, то есть так, когда созревает горошек в летние месяцы, то он не будет с такой толстой корочкой. Значит, он сделан из горошка, когда там, либо из замороженного, либо из более зрелого. И уже ладно. Он хочет все красиво. Костя сам свое окно снимает. У мамы выросли помощники. Вот эта тряпка волшебная. Угу. Какой стороны лучше? Ну вот тереть лучше вот этой. Вот она, видишь, как шершавенькая. А это... Угу. Решаем простую математическую задачу, называется. Математика нужна везде. Сколько нужно коробок, чтобы мне освободить вот этот шкаф из-под книг и наполнить коробками. Потому что шкаф уедет, и будут книги у меня пока в коробках. Вот. И второй такого же размера примерно. Так что один посчитаю, на два умножу. Расчет такой получается у меня. 190 на 75 на 35 шкаф. 498 750 метров, сантиметров кубических. Коробку, я посмотрела размер коробки. 63 на 32 на 34. Посмотрела на Озоне. Там есть прям коробки для переезда называются. Значит, объем у них получается у одной коробки 68 544. Теперь берем первую цифру, делим на вторую. У меня получается, ну,
и с округлением 7, больше 7 коробок. Соответственно, на 2 шкафа мне нужно примерно 14 коробок. Вот так, плюс-минус. Если с запасом, то лучше 15. Начинается расхламление в связи с переездами, с нашими сменой мебели. Видите, сколько я храню натуральную. Ну, это же все можно возобновить, собрать заново. Все выбрасываем. Прикреплять воду. Ну, стартуем. Приехали на Ярославку в спортмастер, а тут реконструкция. Они все сжали, все сдвинули в один зал. Ну ладно, я не про это, я про цены на кроссовки. Я хочу детскому ребенку кроссовки. 3-4 тысячи кроссовки. Даже демокс, то есть даже самые дешевые. Это что с ценами? Я смотрю, а я, наверное, в дочках-сыночках куплю. Что-то там было дешевле. И в кораблике, кстати, были дешевле.